Роспотребнадзор сегодня в Уфе закрыл третье по счету стрит-кафе сети «Папа Гриль». Точка общепита располагалась по улице Сагита Агиша. Об этом телеканалу РБК Уфа сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Как сообщают в ведомстве, подробной информации о причинах закрытия пока нет. Кроме того, накануне по решению суда была приостановлена деятельность точки «Папа Гриль» по улице Индустриальное шоссе в Черняковке. Региональный Роспотребнадзор отмечает, в кафе отсутствует водоснабжение и условия для соблюдения личной гигиены персонала. Кроме того, собственники точки общепита так и не установили положенных по саннормам двухсекционных раковин для мытья посуды и инвентаря. Калининский районный отдел поступил лист немедленного исполнения, в связи с чем незамедлительно был совершен выезд по адресу, указанному в исполнительном документе. Произведено наложение пломб, опечатывание помещений. Деятельность приостановлена на 30 суток. Напомним, на прошлой неделе по таким же причинам санитарные врачи закрыли кафе по улице Юрия Гагарина в Сипайлово. Специалисты отметили, проверку в «Папе Гриль» они провели по жалобам посетителей. В свою сеть кафе намерена обжаловать решение суда о приостановке деятельности своих заведений, пояснив, компания работает легально и жалоб на продукцию никогда не поступало.